Фонд знаний при президенте Азербайджана в рамках программы «Знания на весь год» успешно притворяет в жизнь проект «Встреча с автографом». Ее цель – просвещение молодежи Азербайджана. Студентам страны раздаются книги определенных авторов. Первым гостем этого проекта стал писатель Агиль Аббас. На сей раз избранник фонда – писатель Рашат Меджид. Книги были розданы студентами за несколько месяцев до нашей встречи. За это время ребята смогли прочитать и дать произведениям свой анализ. Это мои стихи под названием «Больше не вернусь», ряд моих эссе с названием «Как сумасшедший» и другие произведения. А главное, отрадно, что такие встречи носят периодический характер. Встреча прошла со студентами Азербайджанского института учителей. На ней студентам была дана полная информация о творчестве писателя. Рашат Меджид лично поговорил со студентами о своих произведениях, а также узнал их мнение относительно своего творчества. Ответил на ряд вопросов молодых читателей. Отметим, что данную встречу организовал сектор информационного обеспечения Фонда знания. Координаторами являются Рамиля Гурбанлы и Хатира Гусейнова.